Начнем с нашего любимого, уважаемого Лев Федоровича Заика, который нас всегда удивляет. Поэтому два, Лев Федорович, ваших обожжений. Ваших вопроса и ответа. И, конечно же, можно сделать такой бонус, может кто-нибудь из нашей аудитории тоже задать уточняющий вопрос для Лев Федоровича, либо сказать списка, либо как ему придет в голову. Лев Федорович, пожалуйста. Вопросы? Да, сначала представьтесь, а потом ответы на вопросы. Ну что, представляться, он представился в БОЗе. А, в общем-то, я такой традиционный белорусский ученый, который нигде не работал, кроме как за кафедрой, не занимал никаких должностей, кроме как проректор института, писал много, говорил еще больше и практически много работал за рубежом. Начиная от университета Сун Яцена в Гуанчжоу, Жиминьдэсюэ в Китае, Ташкентский университет, Киевский университет, Петербургский, Московский, там читал лекции. В принципе, жизнь была разнообразная, поэтому сейчас в Беларуси я нахожусь в качестве эксперимента, наблюдаю за тем, как происходит процесс формирование элит и насколько, так сказать, меняется сам колорит, потому что уже давно можно было уехать, здесь не жить. Ну и следующий момент – это работа неправительственных организаций. Мне приходилось работать в центре «Восток-Запад», сейчас в центре стратегии. Первый госцентр Беларуси после НИСЭПИ был 94-й год учреждения, да? НИСЭПИ был позже создан. Позже? Это, да. Соревноваться, кто раньше, кто позже, это бессмысленно. Вот. Но, в общем-то, приходилось быть членом экспертного совета, совета министров. Вот. И работать в системе Всемирного банка. Читать лекции в рамках нашего национального банка для директоров банков. Вообще, умею делать все. Абсолютно. Даже грамм. Все, что связано с человеческим интеллектом. Его повышать, развивать и прочее. Ну, это, в общем-то, этого достаточно. Книги писал, статьи. Ну, все. Выбирайте два вопроса. Я два года на вопрос буду. С вашей точки кратко. Экономикс принесла миру больше пользы или вреда? Экономикс? Да, экономикс. Ну, экономикс, которые учебники большие, толстые, Самуэльсон. Не, ну, вы понимаете, экономикс это была просто попытка многих экономистов, зарубежных, в частности, англоамериканских, потому что экономикс это продукт англоамериканский, он для европейцев не годится. У них своя система взглядов, скажем, это Volkswirtschaftslehre, учение о народном хозяйстве, Betriebswirtschaftslehre. Экономик, скорее всего, это учебник, который смутил и сдернул, по сути дела, теорию, довел теорию до финишной точки. То есть ее похоронил? Нет, ну не похоронил, зачем хранить? Он создал массу иллюзий, массу тупиков в самой науке. То есть практически, хотя Самуэльс писал, что у него это неоклассический синтез, у него есть это. То есть много, чуть-чуть кратко. Все. Я думаю, что любой человек думающий, он выбирает для себя сам. А и второй экономикс... Демократия проигрывает или выигрывает? Демократия не может никогда выиграть, потому что демократия представлена умными людьми, романтическими людьми, поэтому она должна проигрывать. Понятно, спасибо. Все, да? Идем дальше. Значит, вы сейчас представляете, вот так вот еще и получите. Федор Заика, вот мне сказали, значит, фамилию, имя, отчество не назвал, но как бы человек для Беларуси легендарный. Идем дальше. Владимир Баранич, среди комрадов известен просто как Акын. Вот акынствую вместе с Ярославом на примусе, финансовую грамоту веду. Ну, вообще, больше 20 лет журналистом работал, в том числе в газете «Белорусский рынок», «Радио Свобода». Список вам прочитали? Здесь список есть общий, да? Ну, ИПшником тоже периодически бываю. То есть, как бы, ну, всякими делами занимаюсь, ну, в общем, сейчас акынствую.
Здравствуйте, Ольга Тимошенко. Я директор копицентра и фотостудии «Колер» и одновременно пресс-секретарь нашей ассоциации предпринимателей, да, Витебской области. Я могу вопросы выбирать сама? Конечно, конечно. Значит, вообще, конечно, мне бросилось в глаза тоже, чей Крым, да? Вопрос бестактный. Я надеюсь, что я ответила, да? Вот. Что бестактный вопрос? Например, вот... Чей кошелек? Чей кошелек? Вообще бестактный. Либо там Баранича, либо Заика. Все. Если кто-то из них потерял. Но на самом деле... действие Никиты Сергеевича Хрущева. Да, да. Ладно, вы вот как бы... Вот. Да, то бишь, ну, как бы это моя точка зрения. Все, я надеюсь, что я так представилась, да. И, наверное, все-таки я думала все-таки про современные технологии сказать, что да, конечно, я все равно однозначно на стороне современных технологий. И, естественно, любые технологии все равно будут служить... Они за свободу? Да. Все да, понятно, свобода и здоровье, и много в чем. Но очень мне еще заинтересовал вопрос, который задавали вам по поводу демократии. И вспомнилось такое, что Горький говорил, что даже Иисус Христос не смог построить демократию. Да, поэтому она не задача, как среди 10 заповедей построить демократию. Да. Третий пункт. Вестерами скрижали. Спасибо. Ну вот, в общем-то, пыталась связать. Вас, значит, вы номер 41. Окей? Виталия Киселева, подсыпать начинаю. Директор салона «Нью-Йорк» в городе Витебске и председатель молодых предпринимателей при ассоциации. Зачем? Я хочу на себя смотреть. Предприниматель-наниматель Витебской области. А на самом деле я... Можно я вернусь к вопросу чекры? Потому что... Нет, потому что, знаете почему? Мы сегодня, когда в машине ехали... Вот, не надо рассказывать. Нет, я расскажу. Агейнка и я, и Киселева. И, знаешь, мы обсуждали все вот эти вопросы, мы проходились по всем вопросам, потому что было реально узнать интересно мнение ребят, мы тебе об этом говорили. И мне понравился ответ Саши, который сказал... Крым? России? Нет, ну мне нравится его. Мне ответ. Нравится, сейчас она мне представит. Слушай, подожди. Как я сказал, Крым России, достал флаг и портрет. Нет, он говорит такой, Крым России. Так и пока я не... плакала, за рулем ехала, я плакала, у меня слезы из глаз. Я не знаю. Нет, я не скажу просто, да. Я думаю, что вопрос сейчас не, потому что... Сейчас дискуссия. Саша сказал так, что Крым России, пока никто другой его не отобрал, пока я он не так он не вот, так. Вот, вот, понимаешь, в чем проблема? А вот так, молчите, сначала слушай, сначала. Я услышала так. Вот на данный женщины. Момент. Женщины. Второй вопрос. России. Ну давай, знаешь, какой? Поддержите ли вы ограничения приватности? Да? Это ограничение свободы во имя безопасности. Да, поддерживаю. Поддерживаю. Да. И все? Да я за безопасность. Хорошо, понятно. Саша, спасибо. Да не будет про Крым достали. Нет, ты расскажешь. 4 человека выступили, Крым достал. Александр Агеенко, номер один в списке. Конечно. И так всю жизнь Агеенко номер один. И всегда всю школу и в универ. Ну там, прочитайте, директор фабрики «Спектр упаковки», делаем упаковку в Витебске. Минутка рекламы. Да, покупайте, хорошая. Вопрос. Давай ты выбирай два любых. Я не люблю наугад. Что придет на смену эпохи постправды? А что там? Просвещение или деградация? Я тебе говорил, у тебя все вопросы провокационные. Да? Но если выбирать между этими двумя... Да, две опции только можно. Такими, так себе утверждениями, то, конечно, просвещение. То есть, грубо говоря, мы вот сначала просветимся, вот эту постправду, это все... Постправда уже все, уже отмирает. Уже отмирает. Все, уже и просвещение все абсолютно критически, все, кругом сплошной фейк, все это поняли давно. Okay. Да, и без науки ты никогда в этой каше не разберешь. Будет ли Великая депрессия? Нет. Не будет. Мир научился управлять с кризисами. Ну что такое кризис? Это у кого-то кризис, ну, у кого-то бизнес. Была Великая депрессия, а сейчас, собственно, как 29-й год в Америке, да, вопрос. Это многие говорят, будет или не будет? Что депрессия? Не депрессия, было перераспределение, да, может, кому-то оно было неприятное, но... Но мир упал на 25%, да, всего лишь-то? Он упал и поднялся. Потом, через 25%. Смотри, как считать. Конечно, да. Все понятно, не будет. Оптимист, бизнес, спасибо большое. Анастасия Генко, первая в жизни, я вторая в списке. Директор «Спектр мебели» Витебск.
Ну, мне тоже. Можно. Я как бы выбрала, но я не хочу. Давай, уже. Давай. Ну, про Крымчук я уже могу. Нет, я слава. Нет, я... Что-нибудь другое возьму. Про современные технологии. Да. Кстати, да, вот интересно. Солодель и Прогрессель больше помогают Левиафану. Но я даже вот сегодня в машине высказалась, что да, конечно, это прогресс, вопроса нет. Но, допустим, что касается нашей страны, в современном обществе этот прогресс используется против нас. То есть мы, ну, так это значит, да, в регресс, значит, против, да, нас? Да, значит, против нас. Нет, нет, это нормально, когда нет. Кто-то использует... Можно какую-то информацию. Сейчас, ага. То есть, ну, я считаю, что, ну, помогают они. Помогают. Хорошо, а если, например, слушают все телефоны, это помогает или нет? Что? Слушают все телефоны, все разговоры. Конечно, все помогают. Контакты. Конечно. Как это помогает? Кому помогает? Подожди, а если мы хотим найти у кого-то прослушников? Тихо, Аня. Ну, они помогают. Подождите. Не нам помогают. Так нет, он доделал вопрос же в таком, либо войзло, либо наоборот. Вот вообще вопрос. Ведись, да. Ответь конкретно, ну ем. В смысле, не ведись. Я же говорю провокатор. Я знаю, что провокатор. Не, слушайте. Я за современные технологии, но так как вот их используют против нас, я против. Так это есть, грязная бомба, да. Могут использовать против нас. Так это может быть прогресс, который будет использован, что у тебя будет сейчас такое же что-то такое, что может расхерачить весь Минск, вот и все там, или всю Беларусь, или там еще, да, что-нибудь. Поэтому они нужны? Нет, они нужны. Понятно? Ясности нету, все, спасибо. Нет, а второй вопрос. Второй вопрос. Какой? Как лучше оценить прогресс? О, давай вот это про... Зашибись. Про болточка. Давай про болточка. А я не знаю, как он не индексируется. Индекс Иванов. Давайте. Как лучше оценить прогресс? Про болточка. Мы хотели за Иванов, да. Я за него. Индекс Иванов. Хорошо. За болточка. Спасибо большое за болточка. Антон, не знал, как он поможет. Давайте. Подожди. Всем доброго дня, меня зовут Кирилл Галушко, номер 9 в списке, кто-то знает, не знает, я преподаватель, маркетолог института, а еще центр развития бизнеса, вот, молодежь приучаем к тому, что бизнесу и частному сектору свободно действует. Вопросы мои. Первый вопрос я такой взял, поддерживать ограничение privacy, свободы во имя безопасности, думал, но пока я придерживаюсь теории, вот Ярослав, думаю, подскажет, Японию писал. Японию. Да, о том, что у них вот Сингапур строится, поэтому по теории вот гибрида фамилия, по-моему. Потому что каждый человек свободен, но он жертвует своей свободой во имя безопасности, во имя определенных прав. Но, конечно, в мире желательно, чтобы у людей был выбор. Либо это. И что еще хотел сказать интересно? Демократия побеждает и проигрывает, но... Очень сложный вопрос, именно еще интерпретация демократии для каждого из людей, поэтому... Ну, как институт демократии, то есть все говорят сейчас, кризис, вот, много об этом будем говорить. Ну, наверное, раньше, если так визуально смотреть, наверное, чуть больше, буквально. Сейчас немножечко все наелись этим, и тут вот... Регресс пошел. Ну, может быть, небольшой. Это все циклично, по синусоиде двигается, пока чуть-чуть. Понятно. Спасибо. Ну, Максим Стефанович, 42-й в списке, наконец-таки дипломированный политолог и член регионального клуба и либертарианец. Ну, собственно, Майка отчасти говорит об этом, тут известный анархист Генри Тора. Люблю посещать такого рода школы и коллекционировать отсюда майки. Ну и поскольку я либертарианец, ответы на эти вопросы, ну, тут есть несколько моих любимых вопросов. Первый, наверное, отвечу цитатой Фридмана, что общество, выбирающее между свободой и безопасностью, в пользу безопасности, лишается и свободы, и безопасности. Известно его мысль. Ну и технологии, о них уже много говорили, просто лично мое глубокое убеждение, что технологии сами по себе ценностно нейтральны. То есть их можно использовать абсолютно в самых разных целях, и поэтому измерить, больше помогают они свободе или больше помогают государству, инструментарий один. А дальше уже все зависит от ловкости рук. Вопрос родился очень просто. Роботов облагать налогами? Нет. Конечно. Их обложат обязательно. Хорошо, дискуссия. Не, надо их сначала спросить. Роботов с интеллектом. AI, да? Artificial intelligence. Аня. Я еще только над вопросами думаю. Добрый день, Конопат Ганна, депутат палаты представителей национальной. У нас впервые на школе присутствует такой высокий представитель власти. Законодательная власть. Да. Народ, да. Народ, да. Я бы так не сказал, но...
Я хочу ответить на все вопросы. Ответишь, да, школу будем отвечать. Сейчас у нас дискуссия. Ну, с моей точки зрения, сегодня, к сожалению, демократия проигрывает. Мы видим, особенно с точки зрения вот людей, я, по крайней мере, своей работы вижу, что люди больше верят в авторитаризм. И, то есть, делаешь ты? В принципе, и в мире в том числе. Как это ни странно. Это и, было вот в Европейском Союзе, в Брюсселе и в... Да, они все равно, они сейчас поворачиваются больше к каким-то таким глубоким христианским ценностям, которые говорят, что надо что-то ограничивать, и они, может быть, хотят. То есть в какой-то степени говорят о том, что им уже надоела там толерантность, которая является одним из таких, да, видов там демократии, да, тоже. Поэтому они, да, я ощущаю то, что сегодня люди больше повернулись к каким-то авторитарным режимам. А второй вопрос? Второй вопрос. На смену эпохи постправды придет эпоха просвещения или деградации. Мне очень бы хотелось верить в то, что это будет просвещение, но где-то в глубине души я понимаю, что, скорее всего, нас ждет деградация. Потому что... Демократия хорошо, но я думаю, что ее не будет. А просвещение хорошо, но я думаю, будет деградация. Как я понимаю. Это пока без записней, без относительно. Ну да, если да, я думаю, что мы потом сможем все это обсудить. Спасибо большое. Сегодня я юрист, поэтому сегодня юридически Крым принадлежит России. Мы можем об этом сожалеть, мы можем это праздновать, мы можем бороться за то, чтобы Крым был частью Украины, но сегодня юридически свершилось так, что Крым часть России. У нас тут есть другие люди, я думаю, что этот спор его тоже вопрос будет обсудить. Впервые в Беларуси, впервые на нашем мероприятии. Вопрос можно задать? Маленький, вы же президент, это же пока дискуссия. Поскольку было сделано заявление о том, что юридически Крым принадлежит России, а договор между Россией и Украиной о международно признанной государственной границе между Россией и Украиной, о чем говорит, я сейчас просто коротко, соглашение о формировании Содружества независимых государств говорит о чем, устав Организации Объединенных Наций, заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Будапештский акт, и я могу продолжать дальше. Вот эти юридические документы, о чем говорят. Кто и как подписывал устав Организации Объединенных Наций, вспомните, пожалуйста, кто и как подписывал. То есть он не работает, он не юридический документ. Нет, кто работает и подписывает, вспомните, пожалуйста, кто и как подписывал соглашение о разделе Европы после по итогам Второй мировой. Нет, я его не упоминал, я такого не знаю. Все, друзья, мы это будем обсуждать, но позже, потому что у нас будет целая панель. For the first time, я по-английски говорю, потом по-русски. The first time in Belarus, for the first time, our event, our partner, our dear friend from the ruling party of the Netherlands, the people who have been promoting liberty for 70 years, and Anika, she represents international law affairs. She deals with many, many countries, and we are honored to host her here in Belarus. Anika, the floor is yours. A short introduction. Я просто сказал про... Да мы будем. Кто не понимает что-то там? Если еще есть? Те, кто не понимает английского? Все, конечно, не понимают. А, понимаете? Окей, я потом вкратце скажу. Good afternoon, everyone. It's a true honor to be here with you this weekend. As a first time visitor to Belarus, Minsk, and now this place, which I cannot pronounce, and I will not embarrass anyone by trying. My name is Annika Snell. Jaroslav already mentioned I'm from the ruling party, or the biggest ruling party in the Netherlands, which in English translates into the People's Party for Freedom and Democracy. Now,
People's Party, that sounds awfully communist. It's not. It does. It's sounds not. Like that. It's not. In Dutch, it translates into Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, in which we appreciate People's Party as a broad party for the entire Dutch society. Being liberal, of course. I was asked to answer two questions right. As an introduction. Right, so democracy is leading to, is it losing or is it winning from your point of view? Ooh, from my point of view, we just won elections in the Netherlands, so in that sense I would say it's winning. I truly believe democracy is winning. Seems not with all the negative news all over the world, but I do think that as decades pass by after the end of the Cold War, that we'll see more democratic countries emerge. Never mind what Trump is doing in the United States at the moment. So that would be my very short answer to that one. Second, about technology, whether it would promotes freedom or it rather helps the Leviathan big government. Yes. I do think that technology promotes freedom. Technology is a great opportunity, which comes with risks. And it's, if you believe in liberalism, it's up to us, individuals, also societies and governments, to work together to find the most opportune ways to implement technology. From healthcare to indeed being able to WhatsApp with my grandmother back in the Netherlands. So from that point of view, yes, I do think that technology is also is a winning concept for democracy. And one peculiar question for a Dutch citizen. Do plants have rights? Do... Растения есть права? Do plants have rights? Я почему спрашиваю, потому что растения есть права, потому что есть в голландском парламенте, на зеландском, партия, которая имеет всего лишь одну пункт повестки дня – защита прав животных. Но всегда вот в этом левацком кругу всегда обсуждают в том числе и права там букашек, растений и все прочее. Вот. In the Netherlands we try to be careful with nature, right? I mean, we try to live in harmony to a certain extent, arguing that human beings are also part of nature and that city development, etc. is part of that process. So in that sense, yes, we respect our trees. If they need to be cut down, they will, but we'll plant a new one somewhere else. So if you talk about rights, I think that's yeah. It. Very diplomatic answer. Thank you. Она очень человек, поэтому вы можете в любой момент приходить. Введи эта партия 70 лет. Ее там еще один наш друг есть, он потом расскажет. Они 70 лет существуют, они вот говорят вопрос о упорстве в достижении своей цели. When did you get into power? Like how many years? 2010 was the first time. В 2010 году они только впервые стали партией власти. То есть у них повестка дня была либеральная, вот они долбили, они ждали свои возможности, наконец-то вот получилось. Поэтому с точки зрения вот того, как это было, с точки зрения адвокации, с точки зрения вообще продвижения либеральных идей в Европе, на самом деле это очень интересно. Okay. Ну, Александр Семенов, да, здесь я посмотрел, что я нахожусь под 38-м номером, да? 38. Да, 38. Ну, и здесь написано Могилев, да, хотя того места, где я живу, и до Могилева 80 километров, да. Я представляю такой населенный пункт Ходосы, и там я работаю учителем информатики, и заодно еще являюсь координатором культурного центра Ходосовского, да, сельского исполнительного комитета. И вот на данный момент, в какое-то время, уже года три, мы пытаемся построить коммунизм в отдельно взятом населенном пункте. Да? Нет, именно коммунизм, так сказать, коммунизм. Да? И поэтому меня вот на данный момент интересует вот такой вот заинтересовали из этих 10, мне ну, что точнее всего оценивает прогресс. Да? Вот и спасибо вот вам, что я бы никогда не заглянул в что-то, что. Такие, и мне из всех, что понравится, индекс социального прогресса, да, вот действительно, почему я могу, почему. Любому человеку, как обывателю, в принципе, безразлично, с
сколько денег тратит государство на образование, на медицину, здравоохранение, дружине. Ему самое главное, насколько эти, да, это доступно образование, насколько оно действительно может им использовать будет. И вот этот индекс как раз очень наглядно показывает, что оказывается в этом плане, и здесь Беларусь, к сожалению, не одна из этого. Беларусь у нас, знаете, какая в этом индексе? 65-я. Да, 65-я там, да. Ну и вот еще вопрос, который меня заинтересовал. Вы поддержите ограничения? Да. Если, еще раз скажу, вот здесь отвечали на вопрос. Если это касается безопасности моих близких, моих родных, то, конечно, я поддерживаю. А как вы тогда относитесь к тому, что Максим сказал, Милтона Фридмана? Если вы выступаете за ограничение свободы, то вы не получите ни свободы, ни безопасности. Я совершенно. Здесь нужно две точки зрения, которые, да, с точки зрения государства еще начинает вмешиваться и под действием, что я беспокоюсь о вас, да, я это категорически против. Но действительно, если довольно трудно эту грань проезжать, где действительно кончается моя безопасность и где начинается вмешательство государства в мою безопасность. Видите? Босс. Да. Спасибо большое, спасибо. Идем дальше. Наш любимый друг из Украины. Миша, пожалуйста. Да, Тебе перейти надо, нормально. Я воспользуюсь тем, что будет у меня доклад. Буквально два слова о себе, чтобы вы понимали, почему именно такой доклад я подготовил. Мое первое образование техническое. Я закончил Харьковский политех. Инженер-математик и даже проработал 2 года на Хартроне. Это тот, что запускал Буран, если вы помните. Где-то вот получается с 98 года я ушел в гражданский сектор, занимался там активно. Ну и на протяжении там 20 лет фактически был руководителем нескольких организаций. Значит, в 2005 году я закончил Академию управления при президенте, аналог получил. Магистерский диплом, как это называется, магистр госуправления, да? Но закончив его, я понял, что мне не хватает знаний в экономике, и как бы самостоятельно начал пытаться искать, как же разобраться в этой самой экономике. И, в общем, наткнулся на работы Хайка, там, Мизиса, да, и как бы увлекся австрийской экономической школой. После этого различные события у нас в стране, 2004 год, да, потом такой вот спад, активизация там таких вот пролиберальных сил. Ну и у нас в Харькове как бы образовалась такая группа небольшая, которая, ну уже как бы чуть больше, которая вот поддерживает либеральные идеи, и мы решили развиваться в этом направлении. Миша, в Харькове на каком языке разговаривает? Что? На каком языке вы с Харькове разговариваете в основном? Русский, украинский. То есть я к чему вопрос задаю, потому что многие люди думают, что в Курине реально есть дискриминация по языковому признаку. Просто ты как человек с Восточной Украины четко сказал, как есть. Ну вы знаете, это тема политика, и когда необходимо как бы отвлечь внимание людей от каких-то процессов, то, вернее, негативных процессов в экономике, то начинаются вот вопросы языка и так далее. Кроме этого, я считаю себя специалистом по информационным технологиям, по избирательным технологиям. Собственно, вот в этой сфере. Пункт 15, номер 15 в списке. Да, сейчас как бы мы занимаемся вплотную поиском ресурсов по проекту по продвижению людей свободы. Угу. Спасибо. Вопросы любые, называются. Ты же чё, пацан? Да. Конечно. Чей Крым? Ну, Крым точно не их, это как бы... Я такой провокационный вопрос задаю, то есть с точки зрения опять вот разногласий, да? Если сделать опрос общественного мнения в Украине... А я будет слайд у меня, я покажу. Сейчас расскажи, вот, если взять вот твое абсолютно такое не там, социологическое мнение, твое личное. Следующее, сколько людей бы ответило, что Крым украинский сегодня? Если взять 100% на себя, делать опрос... Они честно отвечают. Конечно, честно, там опросы, все, как бы проводили. Я думаю, что как бы на области, которые вот граничат с Россией, да, то есть они, это не будем скрывать, как там есть пророссийские настроения, они остаются там, допустим, на Харькове, это там на уровне, там, осталось там, может, 10-15%. Да, как бы не больше. На Донбассе больше, естественно, да, там Мариуполь тоже там больше.
Но я думаю, что если в пропорциях, ну, могут сказать, там, процентов 20, да. Понятно. Окей, ну, все, цифра эти прозвучала. Окей, надо у крымчан спросить тогда, чтобы... Не-не, друзья, мы сейчас это обсуждаем. Ну, ситуация с Крымом очень похожа на то, что вы, например, заболели, лежите дома, лечитесь, да, там, пытаетесь как-то... Все, тут... без крымчан, да. Это... Нет, тут приходится... Сосед забирает у вас телевизор и остается. Вопрос в том, юридически это его телевизор или чей-то. Все, друзья, спасибо, Миш, спасибо. Вопросы будут обсуждаться. Я думаю, не проверить, потому что это главное, чтобы все было... Опять, наша школа, она не предполагает агрессии. Мы дружим. Нет, я же не про это. Я вообще в любые вопросы, которые вы задаете, с которыми вы согласны, всегда с улыбкой, всегда с почтением. Никакого здесь абсолютно неприемлемо. Не сразу будем наказывать безумно. Антон будет как раз тем человеком, который будет исполнять это наказание. Ему слово. Добрый день всем. Меня зовут Антон Болточка. И я представляю здесь либеральную группу, о котором уже сказал Максим. Мы очень рады тому, что нас здесь двое. И я рад тому, что нас здесь не трое. Потому что когда нас здесь трое, мне всегда не остается вопросов. Максим два моих любимых вопроса ответил. Поэтому я буду выбирать другой. Также я представляю здесь друга Ярослава, с которым мы уже давно сотрудничаем. Я вот наблюдаю за, не помню, какой школой, на которой я присутствую, и замечаю одно. В первый день так всем хочется поговорить, что никогда в временной промежуток мы не вкладываемся. Но зато проходит первый вечер, проходит первая баня, проходит первый шашлык, и вот на следующий день никому не хочется говорить. Просто я наслаждаюсь, вы пока говорите, посмотрим завтра. Я занимаюсь экономическими исследованиями, вот здесь, тем не менее, выбрал вопрос про демократию, и кратко отвечу на него. Демократия побеждает или проигрывает? Поднимите руки, кто ехал с нами в автобусе, в общем. Ребят, скажите, что выиграет? Да! Демократия! Пример был простой, у нас был выбор смотреть фильм или не смотреть. У нас было голосование честное, открытое, 5 человек проголосовало за, 4 против, все остальные воздержались. Можно сказать, да, вот Владимир, который представлялся, сказал, это неправильная демократия, что-то в этом будет. Это неправильная демократия, потому что выгоднее людей все-таки смотреть, не смотреть телевизор. Он был за лидером в этом, который был в этом. Поэтому сделаем как в университете, когда мы делали задание по логике, сделаем простой вывод. Если в рамках демократического процесса участвуют 15 человек, которые едут в одном автобусе, демократия выигрывает. А вот в других случаях фильм посмотрели. Фильм посмотрели, 5 человек, 4 нормально. Спасибо. Лилия? Меня зовут Лилия Коваль. Добрый день всем. Я вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Работала и в государственных органах. 10 лет занималась своим бизнесом, была владелицей. Потом ушла в другую сторону, значит, бизнес-ассоциацию возглавила. Поэтому могу сказать, что бизнес пробовала не только теоретически, но и практически. Поэтому считаю, в процессе 15-летней работы в Минском столичном союзе предпринимателей себя профессиональным специалистом по организации компании адвокатирования и начинаю отвечать на вопросы. Вот здесь уже затрагивали вопрос. Современная технология больше служит делу свободы и прогресса или больше помогает Левиафану? Вот я за второй ответ, помогает Левиафан. Почему? Потому что современные технологии достигли такого виртуозного пика манипулирования сознания, что народы превращают в массу, отрывают его от истоков, размывают и забирают национальные особенности, культуру, превращая, в общем-то, в такие механизмы, которыми очень легко манипулировать и направлять в нужные определенные кучки управляющих мира, да, значит, в определенное направление. Поэтому все то, что происходит, это, конечно, очень печально. И войны, и поломки, информационные войны.
войны и то, что, в общем-то, изгоняет народы с насиженных мест и вынуждены, в общем-то, они скитаться, внося, опять же, свой хаос, свою сумятицу в уже какие-то определенные устои общественные. Поэтому для меня, конечно, и в том числе, как бы, современные технологии, то, о чем говорил Ярослав, это и прослушивание, и чипирование, это все подвержено, в общем-то, одним вот этим технологиям. И поэтому отсюда, в общем-то, на смену эпохи, второй вопрос затрагиваю, на смену эпохи постправды придет эпоха просвещения или деградации. К сожалению, и для меня это очень искренне больно, деградация души. Вот то, что, в общем-то, меня беспокоит. Спасибо большое, Ли. Спасибо. Арий Ластовенко, доцент БНТУ. Круг моих интересов – это макроэкономика. Номер 23. Денежное обращение и ценные бумаги. Сейчас занимаюсь корпоративным управлением, разрабатываю стандарты. Классно. Один вопрос хотя бы? Вопрос по Крыму. Я же не думаю его. Поздно. Я считаю, что если есть договоренность, ее нельзя нарушать. Как он нарушает эту договоренность, о чем можно говорить? Ну, я думаю, что Крым надо отдать. Белорусом. Ты еще Питер, скажи, Питер наш. Белорусская мерзость просто. И столица. Говорят, про демократию, побеждает она или не побеждает. Мне кажется, нужно определиться, а где она вообще есть, эта демократия? Если посмотреть на Запад и Восток, так, если говорить о том, что демократия на Западе есть, то она сейчас проиграна. Вот у нас потом будет говорить Марк, да, он был председателем партии, которая сегодня ведущая, да, и он потом будет ответить на ваш вопрос. Марк, I'm talking about you, because Ari is asking a question whether there is democracy anywhere in the world. So you will answer this question, whether you believe that there is democracy anywhere in the world, okay? No. Not now, but when will be your turn? Later. Okay. Спасибо. Андрей Тапуни. Молодой человек. Белорусский бизнес поднялся. Номер 17. Вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей, председатель клуба финансовых директоров, член общественно-консультативных советов Министерства по налоговым сборам, Министерства труда, Министерства финансов. Ну, так это было коротко. Крым отдайте мне. Вообще, я всегда считал, и всегда так было написано, автономная республика Крым. Ну, это я делаю такой вброс, потому что есть еще примеры внутри Российской Федерации, автономный Татарстан и так далее, Башкортостан. Вот, насколько они автономны, насколько они не автономны, и вообще, что такое новая реальность, о чем мы с вами будем говорить. И вот эта вот призма, что мы сейчас делим, территорию, ее недра, ее историю, ее будущее. Это относится и к Беларуси, это относится к демаркации границы между Беларусью и Российской Федерацией. Это относится к стабильности белорусского рубля. Все. Да, как я загнул. Финансист. Андрей Николаевич Ларионов, мой дорогой друг, человек, который... человек, который для меня является воплощением честности, научной принципиальности, вообще интеллекта, я бы сказал, в топ-10 мира. Спасибо. Значит, я две вещи, если можно, ответить на ваши вопросы. Первое.
тут у нас будет большая дискуссия, но сейчас для того, чтобы поддержать дискуссию, чей Крым? Значит, принадлежность той или иной территории на земном шаре в соответствии с действующими, по крайней мере, с 1945 года, принципами и правилами международного права базируются на двух вещах. Наличие международно признанных договоров между государствами о принадлежности той или иной территории и наличием или отсутствием признания, опять-таки, другими государствами той или иной территории частью другого государства. С точки зрения первого пункта, два критерия, других нет никаких, с точки зрения первого критерия, на сегодняшний день нет ни одного, я подчеркиваю, ни одного международного документа, в соответствии с которым территория полуострова Крым, Автономной Республики Крым, Крым и Севастополь принадлежит Российской Федерации. Ни одного. Есть примерно полдюжины международно признанных документов, подписанных в том числе Российской Федерацией, до сих пор не расторгнутых, не денонсированных, они остаются действующими, они депонированы в Организации Объединенных Наций, в других местах, в соответствии с которыми полуостров Крым, территория полуострова Крым, Автономная Республика Крым принадлежит Украине. Это первый вопрос. Первый критерий. Второй критерий – международное признание территории полуострова Крым как части Российской Федерации. Ни одно государство мира не признало полуостров Крым, принадлежащий Российской Федерации. Исходя из действующих на сегодняшний день, по крайней мере, с 1945 года, с правовой точки зрения, с юридической точки зрения, территория Крыма принадлежит Украине. С любой другой точки зрения можно там обсуждать, эмоциональной, психологической, там, мечтательной, какой угодно. Может быть по-другому, но с юридической точки, правовой точки, этот вопрос не обсуждается. Это ясно для всех, включая Российскую Федерацию. Значит, второй вопрос, значит, если есть время. Программа. Значит, вопрос, который вот здесь, вот, я сказал бы, тут я бы в одну пучку три вопроса соединил, потому что они очень близкие. Выигрывает ли демократия или проигрывает, как бы выбрали бы вы свободу или безопасность, ну и там еще один вопрос про индексы, как бы вот я бы все видел, потому что это в принципе идет очень близко, мы даже об одном. Значит, я для начала просто такой челлендж делаю, такой вызов уважаемому коллеге, который процитировал Милтона Фридмана, ну известную фразу, почему Фридман не прав? Вот именно здесь вот, в либертарианском сборище, я так и скажу, или скажу в школе здоровья. Почему, по крайней мере, не всегда прав? Значит, и приведу пример, ну, вот из жизни, которая, ну, истории, которая, мне кажется, близка вам, нам, всем. Значит, исторически было два государства на территории Восточной Европейской равнины, которые конкурировали за лидерство, можно сказать, за там, за возможность объединить различные территории людей под своим главенством. Одно было Великое княжество Литовское, другое дело была Московия. Значит, если сравнить по всем показателям свободы, демократии, права, уважения прав человека, ну, все что угодно сказать. Ну, никому не надо рассказывать, у кого было преимущество и кто отставал. Мы знаем, как закончилось, то есть не закончилось, история не заканчивается, но, по крайней мере, на сегодняшний момент во что это вылилось. Да? Если мы говорим о восточной части, даже вот без Великого княжества Литовского, так сказать, северо-восточная Русь, то там было несколько центров, тоже, вокруг которых могло бы произойти объединение там, славянских, протославянских, балтийских, варяжских и прочих там территорий. Значит, была Москва, была Тверь, какое-то время претендовала Рязань, Новгород, может быть, не претендовал, но был очень важным. Значит, каждый из этих княжеств, за исключением Москвы, было более свободным, более демократичным. Там трудно, конечно, померить, но из того, что мы знаем, было более свободным. Мы знаем, как прошла история. Если мы посмотрим, как объединялась Германия, то двумя потенциальными центрами, вокруг которых могла объединиться Германия, являлись с одной стороны Пруссия, с другой стороны Австрия. Австрия была гораздо более свободна, гораздо более демократична и так далее, чем Пруссия. Кто объединил? Пруссия. Ну, и я могу продолжать довольно много исторических примеров, которые, значит, скажут о том, что, по крайней мере, в целом в ряде случаев
Вот то правило, которое так замечательно, ярко сформулировано Мертвым Фридманом, и которым вам многим нам, и мне тоже хотелось бы верить, не работает. И тогда мы, если мы как бы ответственные люди, мы должны сказать, а это так всегда или не всегда? И если мы зададим такой вопрос, то мы тогда посмотрим и обнаружим, что есть случаи, когда правила работают в противоположную сторону. Значит, вот если в гражданской войне в России, значит, победили коммунисты и проиграли белые, понятно, что при всех там эксцессах белые были в этом смысле более свободны. Если на территории Китая, где, значит, воевали коммунисты и Чан Кайши, понятно, что Чан Кайши был гораздо более свободным, чем коммунисты, выиграли коммунисты. То же самое во Вьетнаме, гражданская война. А вот если мы пойдем в другие страны и посмотрим, например, гражданская война в Нидерландах, ну, которая известна у нас как там восстание голландцев или там нидерландцев против испанского владычества. Несмотря на фантастическое соотношение сил, 50 к 1, 50 на стороне Испании, один по численности населения, один на стороне Нидерландов, победили Нидерланды, более свободные. Если мы посмотрим на гражданскую войну в Англии, 17-го. Я специально для того, чтобы дать нам пищу, которая. А вот то, значит, в этой войне, в гражданской войне 17 века, победила та самая, которая на стороне свободы, а на стороне не свободы она проиграла. Вторая гражданская война на территории англосферы – это война за независимость Соединенных Штатов Америки. И там тоже получилось, победили более свободные, а не свободные проиграли. И третья гражданская война на территории англосферы – то, что это называется гражданская война в США. То же самое. Иными словами, у нас есть группы стран, в которых не свобода, скажем так, чаще побеждает свободу, а есть группы стран, или общество, будет корректнее сказать, в которых свобода чаще или всегда побеждает не свобода. И вот почему такое происходит, я думаю, что мы обсудим во время нашего семинара. А, и последнее, да, поскольку были там индексы всякие, значит, естественно, лучший индекс – это индекс человеческой свободы, да, вот этот, который Ярослав упомянул. Я его придумал и предложил, 10 лет мы работали, его создали, поэтому я привез один экземпляр, два экземпляра, один чай Ярослава. Будем, спасибо большое. Например, интерпретация вот того, что Андрей Николаевич сказал, да? Когда Александр Лукашенко поехал во Францию, да? Это был первый визит Лукашенко в западную развитую демократию. Вот, и там посол, разные точки зрения было, там ехать, не ехать, чем не учиться. И он, значит, приехал оттуда. Вот, и его точка зрения после визита была, ну, конечно, французы мне сказали, что надо им надо от нас учиться. Если сегодня, то есть это вопрос постправды, вопрос донесения информации, понятное дело, да? Если мы сегодня скажем нашим властям, что действительно, ради безопасности, ради развития чего-нибудь угодно, нам нужно ограничить свободы, скажут, я же так люблю уже 25 лет. 25 лет я делаю, потому чтобы бизнес не эксплуатировал людей, чтобы там предприниматели не травили потребителей, чтобы депутаты не делали свои лавочки, голосовали. То есть это, на самом деле, очень, очень сложный и очень важный вопрос для дискуссии, потому что в академическом дискурсе, понятное дело, что вот Леонид Николаевич привел великолепные факты, это действительно так, потому что одна фраза. Но когда мы говорим про некие такие black and white, всегда вот плохие дяди, грубо говоря, выбирают ту точку зрения, которая ситуативно им в данный момент как бы подходит для того, чтобы там выиграть компанию, там выиграть спор, еще что-нибудь. И это сплошь и рядом, поэтому действительно супер важный вопрос, вот, который там вот является частью нашей новой нормальности. И спор о том, что важнее. То же самое безопасность. Вы помните, 2010 год. Приезжает к нам Ericsson компания, да, и устанавливает на всех сотовых операторах аппаратуру, которая прослушивает всех. Использует информацию, понятное дело, не для того, чтобы выявить там, шпионов, там, террористов, а для того, чтобы... Для нашего блага. Для нашего блага. Это же ограничение свободы во имя нашего блага. И причем, опять, это вот, когда есть тезис, например, там, welfare economics, например, экономика для благополучия. Зачем нужны там прогрессивные налоги, там, защита там, того всего? Для того, чтобы было равенство возможностей. Равенство, там, чтобы там, защитить там, самого там,
бедного, несчастного и все прочее. А когда потом еще, вот, если очень нравится теория этого breach implementation или implementation gap, когда ты понимаешь, к чему вот эти тезисы могут привести в интерпретации людей, которые не допускают тебя до интерпретации вообще. Вот тут появляется много пищи для размышлений. Типа, бизнес должен участвовать в процессе выработки решений по деловой среде? Конечно. Лиля, тут многие из нас участвуют, там Андрей, да, поучаствовали, предложили, птичку поставили, валите. Бизнес участвует? Конечно. Инклюзивно? Инклюзивно. Часто государственное партнерство? Есть, есть, конечно же. Где? Подожди. На бумаге, птичка. Приходит Лукашенко, говорит, бизнес вообще участвует в разговорах? Конопатска, ты чего хочешь? Ты же с трибуны выходишь и решаешь. Что ты тут еще возмущаешься? И все, демократия? Я говорю про постправду. Я говорю про то, какие смыслы бывают от интерпретации разных вещей. Друзья, значит, нас еще, мы сделаем три еще человека, а потом сделаем кофе-паузу. Знаете что? Я сейчас посмотрела, под каким я пунктом прохожу. Всю свою сознательную жизнь я все время в пятерке. Ух ты! Сначала фамилия была Заяц. Потом стало Белько. Я все время в пятерке, поэтому номер 5. Белько Светлана Алексеевна. Отличница. Ну вот так, по списку, да. Живу в Минске, занимаюсь бизнесом много лет, больше 20 лет. На сегодняшний день у меня в Брестской области небольшая гостиница, магазин, бар или кафе, как вам правильно сказать. Так, ну и все, наверное, что еще? Приезжайте, приходите. Я некоторых знаю, потому что вы была в Бресте. Так, я знаю, что у меня на сегодняшний день в плане работы бизнеса такое очень пессимистическое настроение. Поэтому я для себя выбрала два вопроса. Значит, 9. Будет ли Великая депрессия в ближайшие 5 лет? Я отвечаю оптимистически, как это не будет. И второй вопрос я выбрала, Запад деградирует или перезагрузка? Перезагрузка. Запад спасибо. Хорошо. Следующий. Номер 10. О. Анатолий. Гольдберг, Золотая гора. Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, финансовый директор, председатель клуба бухгалтеров. Он чуть ли не единственный у нас в Беларуси, который работает. За свою жизнь закончил. Чего я закончил? Минский институт культуры. Я знаю, что я прикончил. Институт культуры я закончил, отслужил 25 лет в вооруженных силах. После того, как демобилизовался, думал, сейчас буду заниматься организацией методикой «Путь просвет работы». Но нет, это была недельная работа, и тогда я прикончил нархоз. И теперь я занимаюсь бухгалтерским учетом, налоговым учетом вместе с Андрюшей Карпуниным везде, в Минфине, и в МНС, и в Министерстве труда и социальной защиты. Верится уже. Да. Слушаю вас там. Вот, если честно, в последнее время, когда первый раз пришли, они нас слушали, но не слышали. Потом настал период, когда они нас услышали и стали помогать. Была реформа в налоговом учете, и мы так обрадовались, все. Но после того, как случились некоторые, то есть у государства пропали деньги, нас опять начали слушать. Опять начали слушать и стали, да. Редко очень слышат, но благодаря тому, что есть нормальные и хорошие связи, иногда нас все-таки слышат. Но это за редким исключением. В силу того вот своего воспитательного прогресса, что меня учили на сказках, что зло побеждает всегда. То есть... что добро побеждает зло, я выбрал себе вот два вопроса каких. Ну, один на смену эпохи постправды приходит эпоха просвещения и деградации, и в пику Анечки, в пику... Вот с этой женщиной я работаю много лет, мы с ней подружки, мы с ней друзья-единомышленники, но здесь я с ней не соглашусь. Я все-таки просвещение, оно должно наступить и прийти. Деградировать, но мы, это ужасно. И мы не хотим. Я думаю, что все-таки победит. И второй вопрос, его вообще никто не спрашивал. Кто для вас авторитет? Да. Герой, злодей, формирование новой нормальности? Слушайте, моя бывшая прошлое, армейская, в жизни всегда есть место подвига.
Так кто здесь? Злодей. Кто герой? Сегодня злодей выходит на первое место. Но я точно знаю, что будет герой. Вольберг не злодей. Пожалуйста, я вам скажу, что мы сегодня в силу того, что если бы я был президентом, но я им не буду. Меня не выберу. Но я помогу хорошим людям, которые... Вот это вы выбираете. Доклад закончил. Фамилию хотя бы одного героя. Он показал палец. Я не понял. Как вы президента разговаривали? Да, Вера. Помните памятнику твоего дома брали? Да. Видел. И сейчас скажет наш слово Марк, потом пойдем на кофе-паузу. Марк, for you. Yes. So, please start with the answer of the question. Yes. And then go on. I understand not one word of Russian, so I'm just sitting and laughing all day. I'm also from the VVD, just like Annika, the ruling party in the Netherlands. The party exists for 70 years, and we're now the biggest party of the country for 7 years now, and it was the first time in our history. And when we became the biggest party 7 years ago, I was chair of the party, so that was a very special moment also for me. After that, I became a member of parliament and member of the Council of Europe. But also for me, it's the first time in Belarus. So thank you for inviting me, and I'm happy to be here. The question was, is there real democracy anywhere? And I think, yes, there is. But democracy is something different everywhere. Everywhere in the world where there is democracy, it's different. It's never an easy asset. It's always needs attention. You need to work on it. No democracy is perfect. Also not in the Netherlands or in Switzerland or Denmark. It sounds like a perfect democracy, but also our democracy is not perfect. And also we in Western Europe need to work on democracy every day, day in, day out. And you see, for example, in a country like Turkey, that it needs constant attention because before you know it, it slips away. There's no democracy anymore. So we also need to work on it. And to answer the question, is there a real democracy somewhere, you need to know what is democracy. And maybe we can discuss it tomorrow, but one thing I know what democracy is not. And it's not just doing what people want you to do. Just listening to people and then doing what they say. That's not democracy. Democracy is something more. It's much more intelligent and much more difficult than that. Populists, they listen to people and they next day they try to do what the people say. But that's not what democracy is. And what democracy actually is, we will discuss tomorrow, I think. Yeah, sure. One question. What do you think about the institution of king and queen? Oh, we have a king in the Netherlands and it works perfectly. We don't need a president. He doesn't have any power. But he's such an important figure in Dutch politics. Everyone respects him. Everyone likes him. It costs some money. But you get a lot of back in return. So isn't like morality, support, incentive, example follow? No, what is it there? It's a fairy tale. Fairy tale. A very good fairy tale. The ancestor of our king, he created the Netherlands. He freed Netherlands from the king of Spain. And that's the fairy tale we believe in. And he plays an important role in our constitution. He doesn't have any power, but he has a lot of moral authority, and that's for a country like the Netherlands, that's important. If we would form a new country tomorrow, we wouldn't think of appointing a queen of a king, not anymore. But since he
is part of the Dutch constitution. We will keep him, and we are very happy. Did he have the right to put that in your agenda, right? No, but yeah, but it's not a topic in the Netherlands. Yeah. We have bigger problems than that. Yeah, finally, one more thing, because you are like an authority to the Netherlands, you're one of the best countries in the world in terms of management, governance, everything. You have this institution. So you have Lukashenko, you have Putin saying, well, why don't we have monarchy? What would be your answer? A king. Yeah, a monarchy. Putin, Lukashenko, why? If this is an authority, fairy tale, and we have nasty, ugly fairy tales, why don't we have this kind of beautiful fairy tale that people would cherish? You had one until 1917 and you killed him. Not me! The Russians. I don't know, but it's not about a queen or a king that makes a democracy or makes a stable institutions. It's about something else, really feeling that people are involved. People are involved with the governing of the country. And that's not... Putting a king in a world, in a country somewhere, doesn't make it... doesn't help. Finally, one personal question. What motivated you when at the age of 21 you joined politics actively? I really don't know anymore. That's 20 years ago I got into politics. I'm not from a political family, just a family of entrepreneurs. Nobody in my environment was in my surroundings was in politics. So I didn't know why I got into politics. I think it was because of one man, good politician in the Netherlands who really inspired me and a lot of people from my age, because he was a wise man and he did a lot of good things. And I think that's about politics, eh? You get inspired by an idea or by a person and you decide I go into politics. I still know the man and I still talk to him a lot, but I think that was what triggered me to go into politics. Thank you so much. Здравствуйте, меня зовут Сергеева Юлия, я представляю Республиканский институт высшей школы, кафедры молодежной политики. Всю свою сознательную профессиональную жизнь я работаю с молодежью в системе образования, поэтому, если позволите, именно с позиции своей профессиональной деградации и трансформации я отвечу на следующий вопрос. А современные технологии больше служат делу свободы или прогресса? К сожалению, сегодняшняя молодежь — это цифровое поколение, которое с самых ранних-ранних моментов своей жизни умеет нажимать на кнопки и реальность воспринимает только через именно цифровые технологии. Да. И, к сожалению, это не ведет к прогрессу. Молодежь у нас деградирует, но можно говорить и об интеллектуальной элите, к сожалению, не очень много. Цифровые технологии дают возможность доступа, неограниченного доступа к информационным ресурсам. И те ребята, которые умеют грамотно этим пользоваться, они, конечно, составляют честь и достояние нашей страны. Но, к сожалению, таких не очень много. И второй вопрос. На смену эпохи постправды идет эпоха просвещения или деградации. Современную молодежь, к сожалению, они проскочили эпоху постправды, они не понимают, что это такое, потому что они воспринимают информацию по-другому совершенно, как мы, как преподаватели, скажем, как более старшее поколение. Их мышление, их мировоззрение формирует интернет, Facebook, а там, к сожалению, мы присутствуем недостаточно много. И это поколение нам не принадлежит, оно принадлежит уже людям, которые делают масс-медиа в интернете. Поэтому... Надо делать интернет в масс-медиа? Надо быть там? Да, надо быть там, чтобы разговаривать с современной молодежью. Поэтому сложно сказать, придет ли просвещение или деградация. Для большинства молодого поколения, к сожалению, это деградация и продолжающаяся деградация, потому что очень усиленно работают интернет и СМИ, но для тех, которые умеют правильно пользоваться информацией, это просвещение. Но, к сожалению, для Беларуси очень большая проблема – это отток молодежи за
за рубеж. У нас есть замечательная молодежь, она тоже выскажет свою точку зрения. Очень большой процент толковых ребят у нас уезжает. И на это работает очень сильно, опять же, западная высшая школа, которая приглашает наших толковых ребят. Пожалуйста, на любых льготных условиях приезжайте. И здесь мы, к сожалению, тоже с вами проедем. У нас там высшую школу не пускают вообще. Если бы наша школа была открыта, да, не сыпьте соль на рану. Да, потому что система закрыта. Спасибо. Меня зовут Алена, фамилия Ващенко, я под номером 13. Да. Счастливый номер. Я занимаюсь транспортно-экспедиционной деятельностью уже второй десяток лет в качестве индивидуального предпринимателя. Вот, мое мнение, что грузовые перевозки – это как индикатор экономической ситуации вообще в стране. Вот, на данный момент я могу сказать, что мы в глубоком коллапсе, как транспортники. А вы возите траками или ЖДР? Это самое, автомобильный транспорт. Да, грузовой – это автомобильный транспорт. Могу сказать, что последние три недели транспорт стоит. То есть то, что наши власти говорят, что у нас экономический рост, вот такого состояния транспорта на моей памяти еще не было. Ну, на вопрос, я думаю, что отвечать уже бессмысленно, потому что, как бы все свои мнения высказали, я не думаю, что я буду очень оригинальна. Хорошо, если что-то добавить, это, конечно, уже тогда. В течение... По поводу... Нету товарообмена между странами, понимаете? Поэтому... Это очень важно, потому что Россия говорит, что не подъем власти, Беларусь говорит, что не подъем, Украина говорит, что они растут, а люди, которые работают с товарами, да, вот они говорят прямо в зону точку зрения. Товарооборота нет абсолютно. Интересно. Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо. Геннадий Малявко. Здравствуйте всем. Геннадий Малявко, город Витебск, частный стоматологический кабинет, 15 лет. Первый вопрос. Поддерживаете... Собственник или стоматолог? Собственник. По профессии совсем другой. Поддерживаете ли вы ограничения? Да, я за ограничения во имя безопасности. Ну, 10-9. Будет ли депрессия в ближайшие 5 лет? Не будет. Не будет. И у нас нет. Спрос у вас есть на вашу службу? Упало, как и везде, по Беларуси процентов на 40. 40 даже? Да. А что, зубы не лечат? Да нет, денег нет. Нет, зубы нет, правда. Вам смешно, вы знаете, Это не смешно, я прошу прощения, внимание. Это самое, я не так давно была в стоматологическом кабинете. Вот приходит девушка лет 30 в Витебске. Нет, в государственной стоматологической клинике. И она требует, чтобы ей удалили здоровый зуб. Ну, здоровый, я так понимаю, частично, потому что он болит. Вот. Ей объясняют второй врач подряд, что нету показаний для того, чтобы удалить. Она объясняет, что мне не за что лечить этот зуб удалить. Это, понимаете, картина нашей действительности снизу. Все начинается с системы образования. Все начинается с детского сада. Ну, с семьи понятно, да? Но дальше начинается детский сад. Получает ребенок, малыш, стресс, или он получает какое-то позитивное восприятие жизни уже с маленького возраста. Дальше идет школа. Не будем говорить об особенностях 11-летнего образования, что получают наши дети в школе, какие уроки они видят человеческие прежде всего. И когда они потом приходят в университет, очень часто мы видим инфантилизм, абсолютную безинициативность. Может быть, школа, вот среднее звено до этого отбила всякое желание развиваться и так далее. То есть вот все эти вопросы, они связаны с тем, а что дает система образования. И исходя из этого, получим мы эпоху просвещения и деградации,
зависит от того, что дала система образования. Вот дала же и. Вот. Значит, в наших силах, понимаете, это нельзя просто так отпускать. В наших силах что-то меняется в этой жизни. Следовательно, мы должны влиять на то, что дает система образования. И в своих семьях, и, соответственно, вот в школах, в детских садах и так далее. Но здесь, конечно же, очень важно поднять учителя. Да, помните, как Ленин когда-то сказал, мы поднимем учителя на такую высоту, на которой нигде не стоял в мире. В Беларуси, к сожалению, учитель опущен так, что дальше некуда. Это очень плохо. Фразу Лукашенко помните? Потеряем учителя, будем ходить босы и голые. Вот. Или Бог не пьяный и после. Вообще без учителя мы посидим в пещере. То есть получается, понимаете, вот и все эти технологии, а зачем они? Чтобы человек съел дополнительное количество какой-то пищи, чтобы купил очередной автомобиль, чтобы потратил ресурсы планеты. А зачем все это? Понимаете? Зачем жить? Жить за тем, чтобы развиваться прежде всего. Человек пятая пятилетка есть, Андрей? Вот и выполняю. То есть, опять-таки, что дает система образования? И тогда дальше будет депрессия или не будет депрессия. Зависит от того, насколько инициативные люди живут на этой территории. Дальше, допустим, современные технологии чему служат? Точно так же. Все время добро и зло. И поэтому, если есть возможности, да, образование должно идти в социальные сети. Искусство должно идти стучать просто, вот просто стучать, а говорить об этом. И поэтому вот, например, формирование новой нормальности, ну извините, я под впечатлением славянского базара, я просто скажу очень коротко, что там всегда самое яркое событие – это театральные встречи. Московский театр на Юго-Западе под руководством Валерия Беляковича, который, к сожалению, в прошлом году безвременно ушел. Вот это переворот сознания. Это настолько мощно, это действительно настолько вот актеры выворачивают себя и зритель вместе с ними. И вот эти вот проблемы добра и зла и постоянного выбора. Блин, неужели не Лев Нищенко? Вы шутите? Вы шутите? Блин, я вообще тогда думал, что он когда-то... Ярослав, ошибаешь, Лепс. Ярослав, но фестивале каждый ищет из себя свое. Для меня, например, это театральная встреча. Нет, спасибо. Леня стал легендарным благодаря матрице Шура, которая великолепно пьет. Только не рисует. Рисовать или нет? Нет! Еще будет время. Нет, один раз. Один раз. Может, и больше не хорошо, спасибо. Вот я знал, что Наташа мне разрешил. Леня, рисуй. Да. Леня, ран! Ран, Леня, ран! В 18-го не пришли, что тебе уж надо сразу аудитория. Я как раз вот на тему отвечу вопроса. Кто для вас авторитет? Да. Представьтесь, пожалуйста. Леонид Шур, директор Витебского бизнес-центра. Это центр поддержки предпринимательства, бизнес-консалтинг, бизнес-образования. Номер 42. Да. Методика, которую я представлю, это матрица Шура, то есть квадрат из 4 квадратов. И я попробую ответить, кто для нас сегодня авторитет. Сегодня. Понятно, что были авторитеты в прошлом. Сегодня многие делают из простых граждан делают авторитетами политиков. Какие основные качества политиков? Возьмем 4 политиков: Путин, Лукашенко, Билл Клинтон и Трамп. Видно, кого уважает человек. Сразу видно, кого уважает. Значит, есть такое слово на иврите, называется хуцпа. Знаете, да? Нет. Настойчивость или чрезмерная наглость. Это сила, это человек, который берет самое лучшее, берет ни у кого не спрашивая. И эта сила очень часто переходит в насилие. Лёня, полторы минуты. Путин. Чем запомнился Билл Клинтон? Моника Левинск. Ложью. Прежде всего, своей ложью. Александр Григорьевич Лукашенко, по мнению Ярослава, гениальный политик, в том числе в том плане, как он умеет лавировать между Востоком и Западом, совершать разные сделки. И Трамп, хочу вот это качество подчеркнуть, что он хочет удовлетворить какую-то часть американского народа. Вот это 4 качества, которые позволяют жизнь, сила или сверхнаглость, ложь, умение торговать и
при этом, чтобы клиент был доволен, чтобы его любил, чтобы он был авторитетом. Это четыре качества, которые позволяют сегодня быть успешными. Но это ли, эти ли люди достойны быть сегодня авторитетами? На мой взгляд, абсолютно нет. Население зомбировано, оно не понимает, какие ценности, например, несет Папа Франциск, какие ценности несет Владимир Корягин, какие ценности несет Ярослав. Люди авторитеты сегодня. Давайте им похлопаем. Спасибо, Лёна Сигдажевна. Я думаю, что это не первая, не последняя матрица, поэтому мы еще... Спасибо, пожалуйста. Зарисуйте себя. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Жанна Лякиш. Я уроженка Белорусского Полесья. До 96 года работала государственным служащим. В 96 году ушла в предпринимательство. 10 лет была председателем Совета предпринимателей в городе Рацевичи. Или в Рацевичи. Месяц назад переехала в город Минск. И теперь являюсь идейным вдохновителем проекта, который занимается вопросами ремесленничества в Республике Беларусь. С целью помочь ремесленникам максимально реализовать свой творческий потенциал. Все. Максимально реализовать свой творческий потенциал. Увлекаюсь психологией и психоаналитикой. И меня очень-очень интересует эмоциональный интеллект человека и все, что связано с эмоциями человека. Потому что эмоции управляют всем. Что бы мы ни говорили, но эмоции – это движущая сила. Либо в негативную сторону, либо в позитивную сторону. Кто-то будет безэмоциональный. Кто-то не управляет, кто-то эмоциональный. Вот по вопросам, чтобы мне все вопросы понравились, я прям там… Наверное, меня больше всего все-таки волнует, наверное, современные технологии, как они повлияют на будущее поколение. Я согласна с Лилией абсолютно, что такое понятие, как душа и духовные ценности, как-то оно в связи с приходом этих технологий как-то входит на второй план. Поэтому, конечно, если быть оптимистом, я думаю, что технологии дают возможность, огромные возможности, узнать что-то новое и посмотреть на мир с другой точки зрения. Но важно, как они применяются и кем. Особенно, как они влияют на наше подрастающее поколение. Меня это очень волнует. Ну, этот вопрос я недавно только стала осмысливать, если где-то какая-то будет... компания, дискуссия, я готова поучаствовать, потому что у меня этот вопрос сейчас на стадии обсуждения. Спасибо. А что ли это корни не могут? Нет, не мной руководят. Нет, вообще, я про человека. Я почему? Потому что это такой очень важный метафизический, эпистемологический спор, который ведут вот сторонники объективизма, как я, теория Айнфельда, да? И там радикально не согласен с тезисом, что эмоции руководят все. Для того, чтобы понять процесс, нужно понимать, как и почему появляются те или иные эмоции в том или ином контексте. То есть, если вы не понимаете природу эмоций, тогда вы просто ведомы. А если вы их понимаете, тогда вы управляете эмоциями. Естественно, нужно каждому стремиться к управлению эмоциями. Если нет, если не управлять, не уметь управлять своими эмоциями, это будет вообще... Спасибо большое. Да, поэтому человек, кто нарвется эмоции, вот будет роботизация, там эмоций не будет. Не нас победят, пожалуйста. Они нас победят. Все? Да. Здравствуйте, меня зовут Максим. Я хозяин маркетингового агентства из Могилева, хотя по образованию я физик-исследователь. Вот такая тема меня заинтересовала. Современные технологии больше служат делу свободы и прогресса или больше помогают Левиафану, да? И мы знаем, был такой Йозеф Геббельс, который с помощью одного лишь радио превратил немецкую вменяемую в нацию в зверей, которые считали, что евреев надо убить, славян убить. И, в общем, они вообще не до люди были. А были еще такие бегийцы, которые с помощью тех же радиостанций натравили друг на друга хуту и тутси, и там 5 миллионов погибших, да, кажется. Мы забирали огромное количество людей. Да, абсолютно. Отсюда вопрос следующий. Вы поддерживаете ограничения приватности и свободы во имя безопасности?
Знаете, а тот, кто имеет доступ к социальным сетям, там, радио или, да, банально даже письмо, он же не свободен, или он не понимает просто, как это работает, если считает, что там есть какая-то анонимность и свобода. Вот я так думаю. Спасибо. Вопрос очень важный, как это социальные сети, ведь она проскальзывает везде, да, и вот это вот наше, на самом деле, социальное сетевое «я» является частью очень важного нематериального актива, которое либо мы его как бы используем во благо, либо против нас это используют на разрушение. И вот вопрос управления, опять-таки вопрос это вот той will, той воли, которую либо ты включаешь, тогда получаешь какой-то результат, учишься, как получать результат, или наоборот, тогда тебя несет, и тогда ты, социальные сети, интернет для тебя это равно источник зла, деградации и всего прочего. Там. Безусловно, там много всего. Помните, был вопрос относительно в Америке запрещать или не запрещать хасла? Слышали фильм такой про Ларри Флинта? Да, народ против Ларри Флинта. Да, народ против Ларри Флинта. Вот как бы хасла. То есть, понятное дело, там порнография и все прочее. И, к счастью, тогда для американского правосудия сказали, права свободы. Вот и все. И ребята, хотите, вы покупаете. То же самое здесь. Вот эти вопросы наши, вот, они просто на новом технологическом уровне. Но мировоззренческие, то тот же самый вопрос. Если я принадлежу сам себе, и я этого не делаю, я не должен ограничивать права, свободы и выбор другого человека. Оля. Меня зовут Ирина Поля, номер 34. Я преподаватель, я предприниматель, я представитель общества защиты животных и гида. Да. Я выбрала... Я выбрала два вопроса, которые почему-то все обсуждают, но не Крым. Это первый и седьмой, потому что он для меня связан. Современные технологии в моем знании, то, что я знаю, они именно ограничивают свободу во имя безопасности. Это ненормально. То есть я не поддерживаю ограничение свободы во имя безопасности ни на долю процента. Вообще никак для меня это ненормально просто. То есть безопасность можно обеспечивать другими способами. Вопрос лишь в том, что вот этот Левиафан, он не хочет это делать. Ему более выгоднее иметь доступ к моим счетам, к моей личной жизни, к моему месторасположению, к моему передвижению. И все это подается под соусом безопасности для меня. Мне это такая безопасность не нужна. С другой стороны, я очень оптимистично настроена к современным технологиям, тот же блокчейн, про который сейчас говорят с каждого утюга просто в Беларуси, когда и добро на него дали, все, начали говорить, да. Тот же блокчейн, он мне нравится, как бомбит просто вот эти центральные банки разных стран и финансовые организации. То есть поняв, что они не могут это ограничить и запретить, они решили это возглавить, как бы под, вот с флагом пойти этого блокчейна. Но меня радует, что эта технология, она именно позволяет обеспечить свободу, несмотря на то, что Левиафан в виде разных институтов государственных, он пытается ее ограничить. Более того, большая часть современных технологий, они придуманы индивидуумами, которые придерживаются либеральных взглядов, что мне нравится, и они именно внедряют эти современные технологии, придумывают их для свободы и для того, чтобы мир стал лучше. Вот последний пример с телеграфом, да, когда вот... Да, я хотела сказать этот пример. Павел Дуров молодец. Ну и на чем они сошлись, как вы знаете? Знаю. Все, спасибо, потом мне это расскажешь. Спасибо, Оля. А еще, конечно, хорошее мариноварение, так что тоже можете зайти от этого. У меня еще есть мед очень вкусный. И черничное варенье. Оля, ты привезла? Ты же с тобой привезла? Это все доступно для Оля. Здравствуйте, я Владислава, я студентка уже второго курса. Я выбрала вопрос первый, поддерживать ограничение свободы во имя безопасности. Скажу кратко, я не поддерживаю ограничение свободы, я за свободу. Второй вопрос. Чей Крым? Крым? Я считаю, что нужно спросить самих жителей Крыма, где они хотят быть, там... И хочет спросить. Нет, там они, там мы должны относиться. А вопрос от меня, депрессия будет? Я думаю, нет. Спасибо. А может, после Рославы зачем вы сделали словосочетание «великая депрессия»? Специально. Я объясню, почему «великая депрессия». Потому что рецессии, депрессии, там, десятки случаются, разные кризисы, разные экономические, структуры и так далее, и так далее. Мы, на мой взгляд, моя точка зрения, да, подошли к ситуации, когда количество
и глубина ошибок в разных структурных, финансовых, национальных банков, правительств стала такой опасной концентрацией, что с моей точки зрения, ближайшие там, 5 лет 100% будет депрессия, и она охватит не одну Америку, там, Германию, Китай, Индию, да, а в нее будут вовлечены многие-многие страны мира, там, если там десятки, если не больше 100. И великая депрессия означает, что ВВП упадет там, в этом измерении там, не на долю процента, там, долю, 5%, да, а пойдет на минимум 15-20%. То есть корректировка будет. Ну, мы так считаем на наркотрафик ВВП. Нет, ну это, Андрей, ты не спроси, я ответил, что я об этом поводу. А за ней пойдет кризис социального государства. Да, там все, все можно накрыться. Пожалуйста, следующий участник. Я всех приветствую, меня зовут Риот Вероника. Если кратко о себе, то я живу в Минске. В этом году я закончила Белорусский государственный университет и по распределению работаю в компании Технотон. Вот. Из-за дефицита времени постараюсь быть очень краткой. Значит, я выбрала самый, наверное, популярный вопрос, это вопрос Крыма. Хотелось бы высказать свою точку зрения. Я считаю, что на этот вопрос довольно сложно дать какой-то однозначный ответ. Вот. Конечно, в первую очередь нужно спросить, как сказала Влада, мне понравилось, у самих жителей Крыма, как они считают, к кому они себя относят. Так как, не зная их мнения, довольно сложно прийти к какому-то компромиссу. И зная их мнение, можно уже в будущем потом как бы ликвидировать конфликтные ситуации вокруг этого вопроса. Вот. Ну, если брать второй вопрос. Пусть это будет вопрос номер один. Поддерживаю ли я ограничение свободы во имя безопасности? Да, я поддерживаю, поскольку безопасность должна ограничивать свободу. И жить не в безопасности, это не значит жить свободно. А если, например, в отношении... я хочу спросить, не про это. Пример вашей компании, пример того, как белорусы экспортируют технологические, высокотехнологические товары, продают их в Европе и выигрывают рынки. Очень важно, добавляю про вас, потому что пример того, как молодежь, причем ребята, которые вот там работают, да, они вот тоже участвуют в наших школах разных, и они говорят, что на самом деле, это тоже меня очень так приятно удивило, вот, в контексте того, какая у нас молодежь, что белорусы работают лучше чехов на этом конкретном сегменте рынка. То есть для того, чтобы, наверное, в Чехии, там, вот мой друг, который... Да, Юра, да. Я набираю белорусов, потому что чехи просто отвратительно работают, а белорусы реально работают хорошо, причем опять, продукт высокотехнологический, белорусский. Но если бы вы знали, сколько этим ребятам надо усилий для того, чтобы их там не забрали, не сдернули, там, не обанкротили, это просто отдельный большой там, разговор, очень интересно. Так что очень хорошая компания, поздравляю. Но с Кремлем нужно поработать. Это вопрос почему? Вот, смотрите, вот мы, ребята, находимся в Брастве, рядом латышская граница. И отдельно взятые жители Брастова, увидев замечательную жизнь и безусловный доход в Латвии, говорят, слушайте, давайте соберемся, сделаем референдум и проголосуем о присоединении отдельно взятого Брастова к Латвии. Кого в этой ситуации мы еще должны спрашивать? Только жителей Брастова или жителей всей Беларуси? Беларусь, Браслава и Беларусь, потому что мы в одной стране живем. Вот. И Брест скажет, Брест, классная штука, давайте мы в Польше там, все. Брест сделает референдум, проголосует, goodbye Беларусь, день добрый Польска. А кого сейчас опрашивают в Крыму, там уже заселение? Нет, это другой вопрос, мы просто говорим о принципах. Если есть какое-то образование одно, то опрашивают, причем это вообще большой отдельный вопрос, как это было, но просто тогда нужно по правилам. Что Андрей Николаевич говорит, ну, есть же правила. Знаете, это как футбол, да? Мы играем, потом нам понадобилось вот, выиграть у Динамо Киев, например, для Акимов играет БТ. БТ, Бориса. Нет, я просто ворота их делаю больше, и нашим игрокам скажу, по 45 минут вы играете руками, вы можете пинать их ногами, и даже раз там можете дать ему в челюсть. То есть разные варианты. Поэтому, когда вот есть правила, а мы эти правила игнорируем, управляемся эмоциями на основании fake news, знаете, если вы исходите из того, что вот российское телевидение это является одна большая машина пропаганды информационной warfare войны, да, то есть я был на ОРТ.
Я был на РТР. Николаевич тоже, я думаю, там знает эту кухню очень изнутри. Я специально поехал на ОРТ, на передачу по Украине, чтобы посмотреть, как это делается. Поверьте мне, вот есть правда, есть факты, есть эта передача, и они вот на полюсах. Вот здесь вот, вот 40 плюс, 40 минус. И никакого отношения к информации, к анализу, к попытке разобраться, это не имеет. Это просто фейк. Я был на белорусских передачах часто там. Белорусские отдыхают, поверьте мне. Белорусские новости, там какие даже там, это так, такие цветочки. Это там тебя так вырежут. И туда вот Андрюша часто бывает уже сам. И туда вставят. Он приходит на. Он что-нибудь там скажет, а я говорю, слушай, что ты такую чушь говоришь, да? Я говорю, так я такого не говорил, я же там другое говорил. Но это мелочи, потому что тем, что делают там... Самое интересное, когда Ярослав выступал первый раз, мы пригласили в прямой эфир, мы, значит, следили, чтобы ему в эфире задать вопрос Корягину. Мы сидели, час бомбили по телефону непрестанно, мы не дозвонились. Все пи-пи-пи, занято-занято. На следующий день я ему говорю, Ярослав, слушай, да невозможно дозвониться, хотели тебе вопрос задать. А он говорит, ну вы же мои соратники, умные люди. Какой прямой эфир, в четверг записан. Да, конечно, конечно. Нету прямого эфира, точка, забудьте. Это есть на РТР. Это там 30 минут, Хрусталев там в РТР, он там ничего там. Там только сам Хрусталев. Да, там Хрусталев такой, там РТР. Это может маленький. Да. Компания «Скрым» начиналась, я помню, зафиксировала просто такой факт, что двое детей в Калининграде, в Московском Калининграде, вывесили флаг Германии над университетом. То есть «Скрым» вывешивали российский флаг, какая была реакция, да, и какая была в Калининграде. В Калининграде и ФСБ очень быстро, да, вычислила и, соответственно, арестовала, и все это прекратилось очень-очень быстро. Окей, итак. Добрый день. Сложно сейчас финишировать. Все уже устали и знают все ответы на вопросы, которые мы будем обсуждать. Я хотела бы сказать, что давно известен еще с советских времен способ, да, объявить войну Швеции и сдаться в плен, решить таким образом все территориальные вопросы. Я занимаюсь, номер 7 в списке, возглавляю ассоциацию Содружества организаций индустрии красоты и занимаюсь вчистую адвокатированием. Начала с создания полного технического и всего остального сопутствующего законодательства, регламентирующего работу в отрасли красоты в нашей республике. Вот, и из совершенно отсутствующего законодательства теперь здесь встроены 4 регламента, которые отвечают на все вопросы и позволяют, в общем-то, не поддаваться на происки контролирующих органов и минимизировать штрафы. Значит, ну и кроме того, все это вышло за пределы индустрии красоты, поскольку вопросы, которые приходилось решать из, в части организации труда, профессионального образования, затронули также и здравоохранение, потому что смычка очень плотная индустрии красоты и медицинских услуг. Все это вышло, в общем-то, в красоту значительно более высокого такого масштаба. И я довольна и рада помочь, в общем, не только тем, кто задействован непосредственно в обеспечении нашего внешнего вида. Если вернуться к вопросу, чей Крым, по-моему, мы тут уже, в общем, это выяснили, но хотела бы с неожиданной стороны вернуться, потому что а чьи Фолклендские Мальвинские острова уже 40 лет? Те самые Аргентинские острова, которые Маргарет Тэтчер, да, с помощью эсминцев отвоевала просто. Какие документы хранятся в Организации Объединенных Наций и, собственно говоря, юридически за кем эти острова, которые сейчас де-факто считаются британскими, да, а де-юре по-прежнему аргентинскими. Значит, есть еще другие вопросы, насколько связаны, вообще я сейчас удивилась, пока мы здесь обсуждали, я на самом деле удивилась, как взаимосвязаны все эти 10 вопросов. Но буду краткой, я уже помню, что все устали. Значит, современные технологии обеспечивают возможность людей сделать выбор либо в сторону просвещения, либо в сторону деградации. Этот выбор во взрослом возрасте, безусловно, осознанный. В детском возрасте он, конечно, более неосознанный. И здесь мы можем говорить о том, что многое зависит от того, с кем ребенок имеет дело на этапе начала своей жизни. С умным человеком, с умным родителем. Или с человеком, который просто родил и дал, так сказать, жизнь.
Поэтому дальше, если идти по вопросам, то все же к просвещению двинется определенная часть человечества, которая будет управлять той частью человечества, которая двинется в сторону деградации. Это однозначно. И те, кто двинутся в сторону просвещения, просвещение в широком смысле, они будут управлять, и, естественно, принятие решений будет демократическим в большей мере. Как это принято было в демократических государствах, где в ходе военных или иных гражданских стычек побеждала все-таки демократическая часть, та, которая была мудрее, умнее и умела договариваться. Что же касается движения к просвещению, то оно будет происходить, я так думаю, за счет резерва, который вымывается сейчас из постсоветских стран, в том числе, на Запад. И тем самым помогает избежать деградации, как тут сформулирован, да, этот вопрос, про Запад. Деградирует все же, да, или совершает перезагрузку. То есть Запад благодаря в том числе новым мозгам, которые будут вымываться из европейской части, безусловно, совершит перезагрузку. И деградации не случится. И, собственно говоря, заблуждением является считать, что наша безопасность зависит в какой-то мере от подавления нашей свободы. Человек, если совсем до примитивного уровня свести эту сентенцию мою, то можно сказать, человек в принципе имеет право спрятаться, да, у себя дома, закрыть дверь и быть в безопасности, в той, которую он сам для себя считает безопасностью. Извините, я хочу взломать. Да, на сегодняшний день во многих странах нет такой возможности закрыть свою дверь и остаться там в безопасности. И я считаю, что преимуществом тех стран, в которых закрытая дверь является препятствием для проникновения, поскольку это большие последствия, да, и тяжелые вызовет для того, кто взломает эту дверь, все же преимущество большое имеет перед теми странами, в которых, в общем-то, мы не защищены. И здесь наша свобода в той или иной мере, в общем, как бы уже может не рассматриваться. Да. Уверена, что не будет Великой депрессии, потому что да, уровень современной скорость развития событий в принципе уже не допускает состояния депрессии. Спасибо. Поможет ли закрытые двери при... Друзья, мы слушаем. Нет, я говорила о примитивном понимании. А потом во время нашего поедания шашлыков и ужина будем друг другу представлять разные другие вопросы. Александр Малашко, вы можете говорить? Здравствуйте, меня зовут Александр Малашко, 28-й в списке. 25 последних лет занимаюсь предпринимательством в этой великой стране. И последние годы эту тему развиваю, пропагандирую, рассказываю, как хорошо все-таки создавать свое дело и научиться понимать, что такое деньги, как откуда эти берутся, как они создаются. Заодно предлагаю народу меньше увлекаться теориями, будет депрессия, не будет депрессия, потому что депрессия в первую очередь у нас в голове, и она возникает из-за того, что не из-за того, что на улице происходит, а из-за того, что мы сами о себе думаем. И чаще всего могу сказать, что вопрос это как минимум для белорусов, это вопрос самоуважения. Постоянно сталкиваюсь с тем, что из-за того, что мы чаще всего о себе думаем, что мы не знаем, не умеем, мы тупее Запада, еще чего-то. Мы можем придумывать себе кучу всего, после чего приходим и говорим, Беларусь депрессивная страна. Лично та Беларусь, в которой живу я делаю веселый, радостный и делаю так, чтобы всем было хорошо, поэтому присоединяйтесь. Мой сосед по кровати. Встал и Все у нас представить, по-моему, да? Все. А, Балуков. Самый главный наш друг, помощник, соратник и руководитель Витебской организации. Меня зовут Лукьянов Владимир, кто не знает, ассоциация нанимателей и предпринимателей город Витебск. Ну, я уже так понимаю, что ставлю такую некую точку, да, много мнений, чего тут уже говорить как бы сложно дальше. Я однозначно против ограничения свободы по вопросу, все-таки я пессимистичен и вижу, что молодежь, основная масса все-таки в деградации, да.
и это, в общем, очень печально. Современные технологии, все зависит от того, на чью, кто их будет использовать. Если мы их используем правильно, то это благо, если Левифан, то он подминает под себя просто нас. Поэтому вопрос, как кто-то говорил, встать во главе этого всего и попытаться его возглавить. Да? Ну и все-таки, наверное, великой депрессии не будет, а депрессия, наверное, периодически будет возникать. Все, спасибо. Маленькая депрессия.